Порой мы незаслуженно ставим крест на некоторых животных просто потому, что они ведут себя непривычным образом. Но ведь за агрессивным поведением животного часто стоит очень печальная история. Злой становится напуганная собака, с которой плохо обращались. Никто не будет скалить зубы от хорошей жизни. Описываемые события происходили в американском городе Ланкастер в штате Пенсильвания. Произошли около 10 лет назад. Этот случай мог закончиться трагически, но стал одной из удивительных историй с невероятным хэппи-эндом. Эдди – маленькая мальтийская болонка, которая прошла через серьезные испытания. Мы не знаем точно, что именно происходило в жизни этой очаровательной белой малышки, но то, в каком состоянии ее доставили в приют, говорит само за себя. Собака была очень сильно заросшей. Очевидно, что за ней не ухаживали как следует. Но самое страшное, она была страшно напугана и вела себя агрессивно. В приюте подумали, что такая собака никогда не найдет себе дом. Поэтому было решено усыпить Эдди. Каждый год в приютах усыпляют более миллиона собак, независимо от того, молодые они или старые. Но, к счастью, о бедняге узнал Эльдад Хагар. Это спасатель из центра Hope for Paws из Лос-Анджелеса. Мужчина специализируется на сложных случаях, ситуациях, когда собака находится в сложном, почти безвыходном положении. Эльдаду позвонила подруга по имени Бронвин, которая попросила мужчину о помощи. Тот сразу выехал в ветклинику, где должен был встретиться с Эдди. То, как вела себя собака, было заснято на видео. Сначала Эдди была так сильно напугана, что просто вжалась в стенку. Она как будто хотела стать невидимой. Сложно представить, что пришлось пережить собаке, чтобы начать вести себя так. Она безумно боялась незнакомца, потому что просто не понимала, что тому нужно. Если животному постоянно приходилось сталкиваться с жестокостью, чего ему остается ждать от людей? Но Эльдад привык иметь дело с таким поведением. Он дал Эдди время привыкнуть к себе. Но когда мужчина попытался нацепить на болонку ошейник, та просто сошла с ума. Она начала биться в истерике, громко скулить и лаять, в панике бросаться из стороны в сторону. Чтобы успокоить бедняжку, Эльдад посадил ее на колени. Это поразительно, но малышка сразу успокоилась. Она так нежно прижималась к человеку, даже дала себя погладить. Поразительно, как сильно может измениться поведение запуганной собаки, если быть с ней терпеливым, проявлять заботу и внимание. Это было преображение в одну секунду. Эдди просто ожила. Она перестала волноваться, начала вилять хвостиком и позволять себя погладить всем сотрудникам ветклиники. Собака успокоилась и перестала переживать, что ее могут обидеть. Эдди постригли. Мало того, что она стала дружелюбной, так еще и превратилась в красавицу. Это было невероятное преображение из обитой злой кусаки в очаровательную собачку, мило виляющую хвостиком при виде человека. Вот что делает любовь и забота. Эдди забрала к себе та самая девушка, которая позвонила спасателю Эльдаду. С тех пор болонка счастливо живет с Бронвин в своем доме в Калифорнии. Подумать только, малышку спасли за несколько часов до того, как ее должны были усыпить. А теперь это самая счастливая собака. Всего лишь нужно было дать ей второй шанс. Собака, которую обижают люди, может стать агрессивной, но при должном внимании и терпении она снова начнет доверять человеку. Мы не знаем, через что пришлось пройти собакам, чтобы начать вести себя определенным образом. Но совершенно очевидно, что травмированные жестокостью человека животные заслуживают второго шанса на счастливую жизнь. На этом все, друзья. Делитесь этой историей с друзьями и близкими. Пишите комментарии и ставьте лайки. До скорого!